Здравствуйте, уважаемые господа. Небольшое видео. Многие спрашивают, карповое удилище, либо удочку короткую для жены, для ребенка, чтобы не жалко, чтобы она выдержала все испытания, да, и так далее. Ну вот, хочу представить вам модельку Maximus Wizard. Вес, ну, практически 200 грамм. Сразу, да, 116 сантиметров транспортная длина, я заранее померил, поэтому по шпаргалке вам читаю, и 20 миллиметров диаметр, соответственно, вместе хвата комля. Какие плюсы? Здесь усилены стыки колен. Комплектуется вот такой пробочкой. Здесь пластик вместе с резиной, полом, хлыстом, достаточно качественным, длинным, облаченным, да, покрытый лаком. И под диаметр коннектора 1,5 миллиметра. Удилище быстрого строя, то есть с мощной упругой серединой, это его плюс. Второй плюс — это качество. Качество завода ДНС Кореи, хоть удилище сделано, судя по всему, не в Корее, а в Китае, но, тем не менее, кто не знает, завод НС существует и в Китае тоже. И по качеству, в общем-то, достаточно приятная палочка, никаких вопросов, в общем-то, не вызывающие. Если даже ваш ребенок, жена или вы, да, сломаете ее, обращайтесь к нам, Мультифиш. Мы единственный магазин, который предоставляет две запчасти в год совершенно бесплатно в период действия акции. Даем пожизненную бессрочную гарантию на заводской брак, на любое удилище, купленное у нас. Поэтому имейте в виду, условие одно, соответственно, покупка у нас. И условие одно, как я сказал, да, это подписка на социальные сети. Минимум 3, это YouTube, ВКонтакте и Телеграм, вы должны быть подписаны. Поэтому обязательно нажмите вот такой пальчик под видео. Обязательно нажмите кнопочку подписаться. Для вас это ничего не стоит. Но если купите, для вас это будет, скажем так, уже большое каско фактически по запчастям. А для меня это лучший подарок от вас. Лучшая благодарность за мое видео. Итак, господа, вот 4,5 метра. Смотрите, просто пика. Вот я вам специально на белую дверь, белую дверь уже по привычке, по старому адресу, на белую стену нашу. Здесь уже удобно смотреть, да, смотрите. Быстрый строй, быстрая палочка, очень удобная, классная, в руках лежит очень приятно. Как бы прилипает даже фактически вот этот вот напыленец такой на бланке. Значит, нагружаем. Смотрите, и как хорошо распределяет. Упруга в середине. То есть она хорошо прям нагрузку держит, распределяет дальше, поэтому совершенно спокойно карп, форель, ребенку, жене доверяйте, сами ловите, отличная палочка. Ну вот, дорогие друзья, посмотрели, убедились, что удочка действительно интересная, мощная, надежная, действительно приятно в руке. Я вам сразу добавлю, хоть по видео это не видно, она вся покрыта лаком, практически каждое колено идеально отшлифовано, идеально обрезано, никаких лохмотьев, ничего нет, и держать ее даже за комель очень приятно, она очень гладенькая, такая прям вот как чуть ли не ювелирка, не ювелирное изделие, да, хоть и такая мощная. Комплектуется вот таким, точнее не комплектуется, а поставляется вот в таком чехольчике. Прочный, надежный чехол из синтетического тире хлопчатобумажного материала, такая смесь. Вот, запахи, я так понимаю, он будет все-таки впитывать, но как бы стирается достаточно быстро, качественно сшит. И, в общем-то, может использоваться не только как вот там транспортировочные, выкинули его, да, автобус, удочку подложили, но можно даже годами фактически в нем возить. Эти чехлы я знаю, им лет 20, грубо говоря, кто их делал, завод НС еще. Поэтому никаких проблем с качеством здесь не вызывает. Поэтому это вот то фундаментальное качество, что удочки, что чехла, которое вам всегда порадует. Еще раз напомню, пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите слово подписаться и поставьте вот такой вот лайк, вот такой пальчик вверх. Нажмите на него, для вас ничего не стоит, а для меня это продвижение видео. Огромная благодарность от вас ко мне. Всего вам доброго и до новых встреч.